19 апреля православный мир отметит Пасху. Однако важно помнить о том, что период пандемии продолжается, и необходимо соблюсти все меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса. К нам идет, да, великий наш праздник – Пасха. Мы понимаем, что все года и во все времена мы его отмечали. Но сейчас в связи с тем, что у нас идут ограничения, мы должны понимать, что этот праздник никто у нас не отменял. Но и мы должны правильно относиться в режиме самоизоляции. Мы должны понимать, что от нас зависит, когда он закончится. Освящать куличи начнут в субботу, 18 апреля в 11 часов утра. Я попрошу всех наших жителей, которые захотят освятить куличи, чтобы они с пониманием относились, чтобы не массово семьям приходили, а выделяли хотя бы одного человека. Доступ на территорию храма будет. На улицу будут вынесены столы, на которых будут находиться ваши принесенные куличи. Батюшки будут выходить и освещать, не создавать столпотворение, соблюдать дистанцию 1,5 метра. Обязательно при себе иметь маски, обязательно иметь перчатки. На территории будут работать волонтеры, будут работать полиция. Люди старше 65, не приходите, пожалуйста, присылайте своих детей, внуков. Стоит отметить, важно не задерживаться на территории храма. Освящать куличи будут в течение дня. Вечерняя же литургия начнется в 23 часа. В церкви продумали и то, как сохранить допустимую дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Нанесли разметку. Кому места не хватит по разметкам находиться в храме, будут находиться на улице, опять же соблюдая все требования. В масках, в перчатках, не ближе 1,5 метров. Крестный ход будет осуществляться. Все наши прихожане будут стоять по периметру. А сам крестный ход будут проводить только священнослужители. Не приезжайте на своих машинах, потому что очень много будет. У нас работать будет телевидение, будет прямая трансляция. Все это будет доведено в прямом эфире. Смотрите, пожалуйста, удаленно. Также на улицу будет вынесена громкоговорящая связь. Все, что будет проходить внутри, вы будете слышать и на улице. Ну и всем добра и счастья. С Богом. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.